Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как установить единицы измерения в вашем документе. Конечно же, когда вы работаете с файлом, изначально создавая документ, если это у вас предыдущая версия, то у вас будет немножко по-другому выглядеть создание. Вы можете изначально выбрать, что это мобильное устройство, здесь автоматически документы будут в пикселах. Если мы говорим с вами про печатные, здесь они будут в миллиметрах. Но это то, что предзадано программой. Вы сами можете выбрать, что это пункты, пики, дюймы, миллиметры, сантиметры, пикселы. Как вам удобно. После того, как вы создали документ, у вас автоматически появляются единицы измерения, которые отображаются на панели. Иногда требуется изменить. Например, я задала в миллиметрах, а сейчас я хочу посмотреть в сантиметрах. Что мне сделать? Я захожу в режим редактирования, установки. И здесь есть понятие единица измерения. Захожу туда и могу легко поменять, что это у меня будут, миллиметры или сантиметры, в чем у меня будет измеряться обводка. Если мы выводим на печати, я знаю, что у меня данная линия должна быть 1 мм, я могу задавать не в пунктах, а в миллиметрах толщину. И, соответственно, тип. Выбираете, сохраняете, и теперь в вашем документе другие единицы измерения. Надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Пока-пока!